когда какого-то политика или политического деятеля убирают, такого как Сурков, скажем, и снова назначают, это еще раз говорит о том, что бывших политиков не бывает, бывших министров не бывает. Это все одна большая компания, в которой могут быть терки свои, в которой могут быть какие-то разногласия, но оттуда не вылететь невозможно. Все равно найдут место теплое, перестроят, чем-нибудь опять заставят руководить. Почему мне туда вот никогда не хотелось? Потому что вот в этом междусобойчике надо уметь прогибаться. Я не знаю, ну, например, уровень прогибчивости того же самого Суркова, но мне кажется, что у него есть определенный потенциал в этом направлении. Что-нибудь, где-нибудь как-нибудь за что-нибудь зацепится каким-нибудь крючком.